Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Валда и Горелли, и мы продолжаем тупить в Майнкрафте. Да, всем привет, это Big Tree's Adventure. О, yes. И, собственно, мы специально дождались ночи за кадром, чтобы пойти и завалить ненавистных эндерманов. Пойдем скорее, потом выложишь вещи, пока темнеет, пока самый сок. Да, я быстро-быстро иду. Самый-самый сок, давай на Коровий остров валить эндерманов. Согласен. Давай разделимся немножечко, а потом... Слушай, мне кажется, надо тут мостик сделать потом тоже, а то мы столько раз сюда бегаем уже. Из кувшина. Хочется, хочется. Было согласен. Бы гораздо удобнее. Да, согласен. Здесь нет эндерманов? Ладно. Тут мне кажется, надо 3 уровня набить последний, у меня будет 30 уровней, и зачарю себе тоже что-нибудь, типа лука там или хлеба. Хлеба зачарь, точно. Типа один раз съел... Широкую на широкую просто. Угу. Надеюсь, вы рады нас снова слышите. А видеть еще больше рады, наверное. Да, потому что мы снова идем за эндерманами. И снова это упорство. Да, и серии в серию ничего не меняется. Мы по-прежнему ждем ночи и ищем эндерманов. Но нам нужно, я напомню, что нужно это сделать для того, чтобы попасть потом в край, в конечном счете. Крайний край. Вот отчетливый край такой. Так, смотрим. Ой, я вижу, Палдай там борется. Борцуха. Да, ой, тут слизень ко мне подкрался незаметно. Придется убить его. Маленький слизень. Но он был в среднем, когда подкрался. Я нашел эпичную пещеру. Очень хорошо замаскированную. Ты опыт, кстати, часто забываешь. Он у тебя лежит. Да, нафиг он мне нужен. Ну да. Ау. Ай-яй-яй. И большие деревья. Ай-яй, да. Так, подожди. Мясо, не бей меня. Мясо. Надо подкрепиться. Скелетос. А ты где? Я пошел туда, где мы обычно не находим эндермана. Да? Да. Ну просто, мне кажется, вероятности примерно одинаковые. Появление и там, и там. Может быть. Хотя я об этом не посчитал ничего, поэтому не знаю. Мне все время кажется, что корова и эндерман в одном месте. Ну, в одном и том же месте. Она так стоит, видимо. Сходи к врачу. Сходи к эндерману. Пусть он тебе подскажет ответ. Да или нет. Суровый рэп пошел. Паукан. Ахах, прекрати. Фу, я с ними уже устал. Я нашел. Я нашел. Вали его, я нашел криперов. Как его, в ноги валить надо? Да, в ноги, чтобы он не телепортировался. Просто вниз смотри и вали в ноги. Надо прижаться к стене. И трава не сможет телепортнуться. А если ему в голову попасть, он же... Не, он телепортируется все равно, так что в ноги вали. Да, я тебе говорю, я валил в ноги, а не телепортировался нисколько. Да что вас подкинуло, хорош меня бить. Зомби с мечом. Все равно меня бьет. Два скелета. О, ей одна выпала. Просто... Ачивмент. Просто вообще респект максимум for... Максимум вожухи. For your person. Так, я думаю, нам что 6 на начало хватит, а потом надо будет еще вставить их в портал. Не, надо больше, на самом деле, гораздо. Ну, чтобы 6 вставить в портал, там их нужно очень много. А когда ты их искать будешь, ты будешь подкидывать их в воздух, они будут улетать и теряться. Иногда будут ломаться, иногда нет. И, ну, чтобы найти портал, я думаю, что 10 точно хватит. А чтобы потом еще активировать его, вот это вообще сложность. Ну, по камере кое-где хватает 10. Не, ну, дай бог, хорошо, не знаю, что могу сказать. Да, попробуем, конечно. Тем более у них есть шанс, они иногда вообще не ломаются, раз по 15. Ну, бывает, да. А можно запустить один раз и сломать. Можно просто потерять, понимаешь? Она может просто упасть в воду куда-нибудь, и ты потом не найдешь ее, запустим. Я найду, я в воде найду. А, у тебя шлем-подводник ты хотел сделать, да, себе? Как раз для этих целей, наверное. Да не, кстати. Ты будешь водолазом. Шлем-подводник для проверки. Искателем. Ну, попробуем. Слушай, ну где эндерманы-то еще? Нету. Скоро ночь кончится. Я прихожу к тебе. А эндерманов нету. Прихожу к тебе? Прихожу к тебе на твою сторону зла. Я тебя вижу с горы. Я стою на горе и смотрю. Да, факел поставишь, я видел тоже. Да, я видел тебя. Я, кстати, знаю, что ты на этой горе, потому что мы все на этой горе. Это как вершина, с которой мы все просматриваем. Да. Ладно, что, пойдем тогда вниз. На ту сторону. Че, нет ничего? Криперы. Ну, криперы.
А, я думал, что он не умер. Я испугался, думал, сейчас взорвусь. Но нет. Оп, супер. Взорвался. Ой, ну что, я ушел оттуда, я теперь пойду снова туда. Но в этот раз надо идти туда. Подожди, мне надо крепиться. И на меня уже нападают. Нападают? Плывут, злодеи. Пираты, что ли? Да, зеленые пираты. Плывут, нападают. Шьют, плют, вышивают. У них взрывной характер у этих пиратов. Взрывной характер? Mm-hmm. Сейчас у многих пиратов взрывной характер. Особенно у зеленых. Вот-вот. Тактика, отлично. Вырубил. Скелетон зачарованным луком. О, стреляет нифигово, даже с откидыванием. Окей. Так. Оу, oh, yes. Я убил его. Так, возьмем его опыт. Все, у меня 30 уровней. Паук полез на дерево. Паук при мне полез на дерево просто. Клево. Зачем? У меня 30 уровней врубаешься, Игорь, как это здорово. Да, 30 уровней так вот вообще. Наконец-то, блин, я поздравляю. Ну только не буду каркать, но мне кажется, что тебе в этот раз повезет. Я просто надеюсь на это. О, еще эндерман. Еще эндерман? Да, здорово. Да, еще. Иди сюда, здесь полянка хорошая. Подожди, у меня тоже неплохая. Для качания, для поиска эндерманов. Эндерманов, к сожалению, как не видел, так и не вижу. Блин, да ладно. Надеюсь, он не исчез никуда. Ай-яй-яй, тут что-то вообще пати-хард начался. Слушай, он исчез. Горели, ну как же. А, ты... вот он. Ищи его. Или это не он уже? Ну да давай. Хорош, вы обалдели, что ли, скелетоны, блин. Офигеть, просто такой зло происходит. Он кричит на меня. Он кричит, он плохой. Хорошо. Он взял кусок травы, он хочет мне кусок травы ударить. Ты видел, что у меня происходило, потом посмотри специально, вот не пожалей, не поленись. Ты обалдеешь. Не пожалею. У меня просто здесь был такой эпический экшен. Я хочу найти Дармана, он опять перестал говориться. Как так? Он что, меня не видит? Плюнь в него. Так я его не вижу. Ну, тогда не знаю. Он телепортировался. Очки, купи. Да нет, он телепортировался от меня подальше. Я уже второй раз его завалить пытался. Где-то здесь я слышу. Во-во-во. Нашел? Смотрите. Да. Сейчас упаду ему на голову. Да чтоб тебя, как так-то сзади подкрался, а? Зеленый засранец. Давай. Это было неожиданно. Подходи. Он какой-то эндербосс вообще. Да? Да, он не умирает очень долго. Нормально. Но из него ничего не выпало. Просто шлак. Почему мне делают... Почему он тоже не сделает 1-3? Да что вы все взрываетесь, криперы, вы достали меня. Вот, скелет-наездник, скелет-наездник. Да где ты там шаришься с такими телами-то, интересно? Дермал, скелет-наездник. Пойду-ка я к Горели скажу, дорогие друзья. Да, здесь все круто. Да чтоб тебя подкинуло. Давай, кто кого? Эндерман меня. Ой, эндерман этот. Скелет сломался. Убогий. Паук умер. Скелет сломался, паук умер. Блин, ночь кончается. Валдай. Я вижу, а мы не нашли ни одной жемчужины снова, да? За всю ночь. Одну жемчужину. А, одна есть. Ну ладно, уже хотя бы не с пустыми руками. Я добыл да. 30 уровней. В принципе, в целом норм. Грубо говоря. Ну так, если только совсем в общем считать. Ладно, черт с ним. Когда-нибудь, дамы и господа. Да, стоп, я не могу, все, у меня скилл потерялся. У меня эндерман слизень упал сам по себе и распался на три маленьких. Эх, маленький даблкил, даблфейл. Все, утро, я пошел домой. Давай, сейчас. Я опечален, пошел домой. Ну что, в пещеру за алмазами? Ну да, что делать? Выжидаем ночь. Выжидаем. Ой, пошел опять. Да что бы его подкинуло, ненавижу. А его голову постоянно подкидывает. Да, так и есть. Скелетон стоит. Ладно, сейчас приду, я пойду. Зачарен что-нибудь еще начал в дом. В этом да, пока спускайся, если хочешь. Да я здесь. Я вот рядом с тобой бегаю. Да? Где я тебя не вижу? Я тут крипер. А, вижу тебя, да. Такое да, солнце. Да, пойдем домой вместе. О, да, помоги мне лучше кувшинки собрать. Давай сделаем наконец мостик дурацкий. Давай сделаем его уже не из кувшин наконец. Или ты все-таки хочешь? Да нет, клево же, красиво будет смотреться. И так натурально, естественно. Ну, прям натурально смотрится тут мостик, который ты сделал. Ты кидаешь предъяву моему мосту? Да, так и понимаю.
кстати, мечом они тоже связаются. О, прикинь, у меня нету места. Просто врубаешься, у меня нет места. Офигеть. Что мечом они? Тоже срубаются, не обязательно. Они кулаком срубаются. Неплохо. Ты когда-то давно в первой серии говорил, что не срубаются. А они не срубаются лодкой, когда ты их давишь. Ты столько. Вот это как раз давил. Точно, стопудов срубаются. Вот фиг. Вот. Я 6 штук собрал, у меня ни одной не было. Ничего не знаю. До сих пор помню, как сейчас. Нет. Ты не помнишь. Молодым. Ты меня обманываешь. Можно просто ходить. Какая-то не солнечная сторона. Ой, я на мостике. Ладно, пушинки ты будешь делать. Скажи мне, что зачарить? А я пошел вниз. Что зачарить? Так кушинки забудь себе, все. Либо меч, либо лук, либо кирку. Ну кирка у тебя уже есть. Слышь, вниз, так дай мне это самое кушинки-то. Так я скину здесь, в первом же сундуке. Окей. Вместо чернильного мешка. Нет, оставь их, они самые нужные вещи. Это самое вообще желанное. Ну ладно, тогда... Тогда я... А, тут есть кувшинки. Я просто закину. А, здорово. Блин, придется все равно подняться. Не хочу жемчужный эндер идти. В пещеру? Боишься? Боишься, да. Боишься. Не бойся. Так, зачарим сейчас на проводник шлем. В этой штуке. На проводник? Да. Будешь так купить просто ваши билеты? Оплачиваем проезд, продвигаем карточки. Вот, проводник один получился. Что за проводник-то? О чем ты? Какой проводник? Подводник. Ну ладно тебе. Не придирайся к словам. Окей. Кстати, книга осталась. Значит, книга остается все время. Значит, можно книгу было зачарить на 20 уровень, получил. Обалдеть! Книгу чарь. И мы потом сможем. А, толку-то. А, нет, все правильно. Что ты говоришь, боже мой. На, смотри, я понял, зачем нужна наковальня. Я постою, да. Порассуждаю. Дорогие друзья, просто послушайте. Думаю, что... О, слышь, подожди, ну, ладно, говори, говори, да, все. Извини. Я не буду рассуждать, я закончу. Извини. Говори, говори. Рассказывай мне свой суровый рэп. Давай. Да, думаю, что создали наковальню для того, чтобы чарить книги. И потом эти книги заливать... Ну, с помощью наковальни, да, на YouTube. На наковальню. Предмет. Но чем отличается 30 левел книги зачаренные от 30 левела инструментов? Я так думаю. Просто. Это только теория. Ничем. Но смысл в том, что книга после зачарки остается. То есть ты уже будешь знать, на что ты чаришь предметы. Круто. Очень нереально круто. Познавательно. А теперь еще раз для меня, я не понял, в смысле? Ну, смотри, есть... ты чаришь предмет, ты никогда не знаешь, что получится. Да, 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 да. А книгу ты чаришь, и там зачарка, как бы, она остается, то есть вся книга остается, она даже не ломается. В любом случае она останется, ты можешь чарить на наковальне, тебе нужен тоже 30 левел, я так понял, чтобы зачарить. Ну, то есть тот же левел, а может чуть больше даже, фиг его знает. Но... Ты видишь, на что ты зачаришь. То есть ты знаешь. У тебя книга. А прикол-то в чем? Я не понимаю этого прикола. Чтобы знать, на что ты чаришь. Повторно зачарить. У тебя кирка на удачу получилась 30 левел. У меня получилось, а у тебя не получилось. Ну. Если бы у нас была книга на мою зачарку на 30-й, то ты бы тоже сделал себе такую же тему. И у тебя была бы тоже удача 3 с киркой. Так, то же самое зачарование у тебя было бы. У тебя тоже было бы прочность. Нет, я понял, хорошо, допустим, ладно. То есть ты мне предлагаешь сейчас зачарить 30 уровнем книгу, а потом еще набить 30 уровней, чтобы зачарить, наконец, долбанную кирку на удачу. Не факт, что у тебя книга получится на удачу. Действительно, в том-то все и проблема. Я нашел наши старые пути, где мы рыли алмаз. Помоги мне поставить гриб. Гриб поставить? Да. Я просто далеко как-то. Я тоже. От меня точно далеко. Как алмазы. Алмазы. Ладно, все, ты сам напросился. Спускайся, давай. В смысле, напросился, что ты спустился? Да. Именно так. Гриб ставится. Знаешь как? Ты знаешь как? Нет. Или не знаешь? Нет. Хорошо. Сейчас скажу. Надо, чтобы снизу, ну, чтобы было два блока земли в высоту, то есть. Раскапываешь один в середине блок, пока я должен. Ах, мой брейн, ты сам-то понимаешь, что ты говоришь? Ну надо, чтобы было два блока в длинной высоту снизу. Высота. То есть раскапываешь два блока земли. Где раскапываю? Вот у меня есть пространство, площадка. Хорошо, дальше что? Я золото нашел.
Здорово. Хорошо. Копни. Копни, сейчас скажу как. Копни один блок в середине, чтобы была плоская поверхность. Ферштейн? В смысле копнуть? Зачем туда копнуть? Вниз? Вниз, да. Один кусочек всего, один. Ну, допустим. Чтобы по краям везде... Ух ты, лава. Чтобы везде по краям был что-то. Но была плоская поверхность. Просто плоская поверхность, не один кубик, блин, выкопать надо. Я понял. И опять лава. Да куда идти тут? Я даже не могу рассказать, потому что здесь одна лава вокруг. А ничего, если будет по бокам, допустим, камни? Пофиг, главное, чтобы снизу под этим блоком, который ты выкопал, была тоже земля. Да, есть такое дело, по-моему. Вот. Нет, блин, дерьмо, там песок. Ладно, сейчас сделаем. Ставь землю. Потом надо налить туда воды в ведро. Можно ставить. Ну, с этим проблем нет. Потом поставить гриб в воду прям. В смысле в воду? Вода должна исчезнуть внутрь воды, на тот блок. А, я понял. Все. Ну нифига такая технология жестокая. Кто ее придумал-то? Получилось, кстати? Я не сделал еще. Ну, когда сделаешь, отпишись. Отпишусь от твоего канала, хорошо. Нашел лазурит, кстати. Интересно, лазурит выпадет? Если киркой на дачу. Шлепнуть его. Попробуй. Узнаешь. Нет, не выпадает, по-моему. А хотя, нет, выпадает. 23 лазурита выпало из 3 блоков. Да ладно. Да. А из 4 30. Вот, проблема в том, что они нафиг не нужны. А так здорово, конечно. Ну да, это чисто фан. Так, окей, то есть ты предлагаешь сделать так. Надо, чтобы пространство было еще вокруг, чтобы гриб вырос, иначе он не вырос. Самое главное — это пространство. Окей. А теперь женщина... что, обкапывать землю это теперь, убирать ее, да? Получается? Не надо, просто костной мукой на него. Не, подожди, он исчез. Исчезла вода. И гриб потом тоже. Он как бы не исчез, он выпал оттуда. Теперь не ставится. Как тебя назвать-то после этого? Сейчас я приду, сделаю. Не надо. Я сам сделаю. Ты упорочно сделаешь, да? Нет. Я просто сделаю. Да чтоб тебя, почему? Ах ты, вот так, да, говоришь? Ладно, я тебе вот так сделаю. Опа. Сразу костной мукой, да? Тут же прям моментально. Да не обязательно. Можно хоть он 2 дня будет стоять. Да, все готово. Сделал? Наконец-то, блин. Долбанный гриб, полсерии с ним покажусь. Ладно, покажу твой гриб. Раз ты столько с ним парился, да я уже поднялся. Да, это не мухомор. Я хотел мухомор сделать, но тут не было рядом мухоморов. Мухомор у меня есть. Хо-хо-хо, я понял, где ты сделал. Четко, чё? Чё, вечереет? Нет пока. А хотя да, немножко есть. Да, как раз мостик. Пойдем скинем, я все внизу скину. Давай, кроме жемчуга эндера. Всякий шляпный хакал. Думаешь? Извините. Ну, потому что слишком много всякого. Очень много булыжника, как обычно просто. Я даже не знаю. Нет, фиг, это не скину. Кожу? Ну, ладно, кожу тоже не скину. Так. Стоун, кремень не скину, нифига не буду. Это скину, это не скину. Красный факел. Ой, скину. Ой, тоже не буду скидывать. Это скинуть. Ладно, лазурит тоже внизу скину. И это тоже не надо. И все, я поднимаюсь к тебе. Подожди. Поднимайся ко мне, давай, поднимайся. Я поднялся. В ту же секунду. Окей. Сколько у нас жемчужин всего получилось? Много. Я добыл немножко опыта. Пойдем. Этот самый, где там были, ты говоришь, кувшинки? Или я взял их уже, не помню. Стой. Да, я их уже взял. Я чарю. А, вот. Точно, зачарить можно же, точно. Пусти меня, дверь. А я не зачарил в прошлый раз, я затупил. Защита один, вот теперь точно. Да что, опять что ли? Что опять? Это не тот шлем, он скопировался что ли? Блин, я склонировал шлем железный. Нет, не склонировал, он исчез. Зачарка не получилась. Опыт отняли. И вот поэтому я пойду зачарю меч алмазный. Забагованный ваш. На 30 уровень просто. Не буду париться с твоими наковальнями, новомодными и так далее. Просто вот 30 левелов. Опа. Небесная кора 4, добыча 3, заговор огня 2. Not bad. А что ты зачарил? Меч? Да. Еще раз. Небесная кора 4, добыча 3, заговор огня 3. А, нет, заговор огня 2.
Добыча 3, это самое важное. Эндеров убивай. Теперь это твоя обязанность. У меня старый меч пока алмаз надо добить. Он наполовину. Железный шлем. Я не назову железный шлем. Ладно, просто. Защита 2. Нет, никак. Короче, они у меня отняли. Я ломаю наковальню, выбрасываю ее. Я потратил 7-8 левелов. Случился бадхёрт. Да, это уж точно. Мухоморы, кстати, в сундуке были. Ну, извините. Наверху. Мне было лом идти в сундуки. Такой бадхёрт вообще даже не представляешь. Вы даже не представляете все. Ладно, не расстраивайся, тебе мост сделал. Мост упоротый. Мне сделайте. Упоротый мост. Ну, зато хоть ночь. Я буду искать интермаунт для тебя и агрить, и ждать, пока они меня убьют, либо ты со своей добычей. Давай второй месте держаться. Просто бери меч на добычу в руки сразу и готовься. А я... Вот давай только из одинарной. Не хватило одной кувшинки, прикинь, просто одной. Давай поставим булыжник. Не красиво надо, ну да поставь лучше песок. Ой. Хорошо, у меня нет. Этот, землю. Я уже поставил булыжник. Ну и все. Ну теперь что, мне ну по что? Новые уровни нужны. Буду бывать. Да это вообще наковальня. Наковальня дно. Я же говорил про это. Я же. Ты видишь, ты со мной согласился. В конечном она просто недоделана разработчиком. Или мозги что-то... наши недоделаны, мы просто не знаем. Ну на самом деле просто мне лично этот апдейт был не нужен изначально, как бы я не парился. Был простой или... ремонт и был. Мне наоборот даже больше нравилось. Так получается как-то читерски, когда сохраняются чары при ремонте вещей. Да не, может быть не читерский, ты же этот меч у тебя какой-то крутой, ты его зачаровываешь там, то есть тратишь свой опыт, а потом... Ну, сломался, оп! Новый опыт убивай, ничего страшного. Ну... Эндера нашел, ставлю меч в руки, прикрой меня, меня кто-то валит. Иду по вулкан сраный, гори в аду. Он горит, кстати. Я знаю, у меня же загрузка огня. Так, Эндер, привет. Все, я тебя прикрываю, я его бить не буду, я так. Окей. Хотя разочек могу ударить. Так, стой. Он горит? Он улетел. Горит. Он летает? Он бешено летает и горит. Блин, тебе нельзя так делать. Тебе придется брать ту... Тихо, вот тихо, он, тихо. Смотри, вот он, стоит. Он снова улетел. Вон, вот он рядом. А, нет, это зомби. Звуки-то жесткие, громкие, где он? Ищи, бро. Да он, по-моему, сдох где-то, загорел. Мне показалось так. Надо найти вот его. Где-то там был, я его видел. Это фейл, короче. Тебе надо убить этого зомби, может из него куча золотых сетов выпалить. Угу. Представь, он, я... А, нет, не он. Короче, ладно, в задницу, ты понял, да, что этот меч не помогает, потому что он поджигает, а это не нужно делать. Поэтому я буду обычным мечом. Не, меч-то крутой, конечно, я потом с ним повоюю офигенно. Да не, надо им валить все равно. Эндерман просто придет. Загрится снова. Да фигня это все, ничего не загрится. Ну, не ты знаю, представь, нет, может, ты представь, что добыча 3 увеличивает в 3 раза, то есть может выпасть 6 жемчужин с одного эндера. Ну это если вообще-то в супер бэрил лакер. Ну а так минимум упадет одна или две. Минимум, то есть. С одного эндера. Надо найти всего штук 5 эндеров, а не 25. Ну ладно, хорошо. Говорю. Ну ты бегай потом за ним, ищи его, блин, когда он будет там бежать как бешеный горящий чувак. Фиг найдешь его. Смотри, как жестко, да? Прикинь, он боится воды, и он поджигается. И на месте эндера я просто тут же застрелился бы, если бы был пистолет. Ну да. Согласен. Ух ты, прикрыл меня так четко. Да, надо было помочь. Но я опыт пособираю тут чуть-чуть. Пойдем в данжи, в пустыню, там наверняка тоже эндеров пустят на канале. Пойдем, мне даже скорее всего там больше эндеров, потому что там плоская поверхность. Да, 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 пошли давай скорее. Хотя на это на них, по-моему, не влияет. У меня меч на откидывание в боги. Может, того глядишь, я тоже зачарую себе меч на что-нибудь. Того глядишь, ты откинешься со своим мечом убогим. Могу и откинуться, кстати, да. Так, ну похавай-то быстро. Слушай, мы даже точим одновременно. Просто кооп. По-моему, я вижу эндермана, но он далеко. Если не эндерман, подожди, зомби закрывает обзор. Да, эндерман, нашел эндермана. Иду к нему, ставлю другой меч. Давай, давай. Прикрой меня. Ставь крутой меч. Поставил, давай, прикрывай. Тут очень много пауков с тобой, нет. О, они заползают на... Вот он, нет, скелет. Да чтоб тебе. Так, где эндер?
Не знаю, сейчас, видишь, сейчас. Я говорю, поджигаются, они улетают, и все на этом. Фигня какая-то. Ну они же не могут далеко улететь. Сейчас я наверх поднимусь, посмотрю. На пушку. Не забыл, что есть кнопка Ctrl, ты можешь увеличивать. Я все время увеличиваю, да? Тут какой-то. Не, фигня, короче, не надо эндермана валить этим мечом. Видишь, они улетают. Да, надо зачаровать другой меч. На добычу тоже. Надо. Наковален тебе в помощь. Ну да, сколько спасибо. Ты уровень-то встал в итоге получается? Около 8. А, ну это фигня. Ну так я по 2. Если бы у меня было там по 30, то я бы стрелял бы 180. О, эндерман. Где? Наверное, тот же. Все равно бери тот меч. Ай, давай. Я его побью, а потом ты его убьешь. Не, все, не бей его больше, вот так же он еще горел. Я его ударил. Упоротый. Тихо. Тут я попал ему в голову, вон он горит, летает. А, я попал в как? Так, подожди, где-то там он впереди, он прилетел к данжу, я видел. Я побегу за ним, наверное, пожалуй. Давай, беги, я за тобой сразу. Да, прикрой меня, потому что у меня какие-то крики в квартире происходят непонятные. Ничего страшного, я убью крипера. Черт. Так, где он? Взорвался. А, ты не крипера имел в виду? Нет. Не, он снова улетел, это фигня. Ну что теперь делать, блин? Одного надо быть хотя бы. У нас будет сразу поджаристая жемчужина. Угу. Сразу с палочками, да, типа? С этими фритами. Да. Ну конечно, блин. Да ты читер такой, как так бьешь-то, скелетон? Ненавижу скелетов. Все, пойду то завалю сам какого-нибудь эндермана, которого найду. Давай. Как он так телепортируется? Куда главное? И тут же некуда больше телепортироваться. Мне было интересно, куда и как. Ну куда, типа, ну они из краю живут, наверное, в край телепортнуться. Ну просто так быстро. Нет, не взрывайся, на сволочь такая. Ну что, взрываешься постоянно? Ай, скелет. Оставит меня. Все, я пошел в пустыню искать кого-нибудь. Блин, не, мне кажется, нормально тут тема. Видишь, что эндерманы все-таки, по крайней мере, они есть. Просто валить их надо нормальным мечом обычным. Наверное, это был один и тот же. К сожалению. Блин, да вы обалдели, что ли? Может, конечно, один и тот же, но тем не менее был. А мы его профукали. Если не сказать по-другому. Да, прошлепали. Прошляпили. Прошляпили, проклапали. Клапан сделали из него. Поморгали. Что еще? Пати зомби жесткая, 4 зомби до меня. Давай, подходи по одному, давай. С мясом в руках. С мясом оторви. С зомби. Оторви у них мясо. Так. Возьми себе. Похавать? Вот мне интересно, от чего зависит спаун эндермана? Кто-нибудь знает? Википедия тебе в помощь. Википедия все знает. Там, по-моему, там нет такого. Ну хотя, не знаю. Могу ошибаться. Да есть стопудово. Потому что про эндерманов особо не читал. Блин, ну поролись что ли, хватит мне стрелять. Такая же ситуация, точно такая же. И паучище еще две штуки. Все, я бегу по льду, я боюсь. А ты видишь меня? Да, я здесь бегаю. 10 раунд, но факт, 10 камни. Да, я вижу. Интересно. Как будто здесь какой-то данж прямо внизу сам. Ну да. Ладно, давай домой тогда еще, все уже. Давай домой уже, это капец. Прогадили, короче, мы ночь очередную. Кашпировский. Ну, по крайней мере, я набил 14 уровня, было 0. А, не, был один уровень, по-моему. Опыт тоже неплохо. Ну, плюс так. Там стрелы, кости. Хозяйство все пригодится, как вы знаете. Хозяйство. Я по дороге буду еще убивать всех, кого увижу. Потому что мне опыт нужен по-прежнему. Даже не могу сказать тебе того же самого, потому что они умирают до того, как я их убиваю. А ты стреляй в них. Тогда, по крайней мере, ты сможешь. Ну, если, короче, ты хотя бы один раз ударил, потом они умирают, и все, опыт твой. Нормально. Знал такую тему? Не знал. Ну, в общем, вот, достаточно одного раза ударить, потом они могут сами убиться, и все равно опыт выпадет. Круто. Ну, только что выпадал, мне казалось, мало. Ой, нашел. О, пойдем в пещеру сходим сюда, иди сюда ко мне. Где ты есть? Блин, ты уже далеко. Не-не-не, я тут рядом, смотри, сейчас скажу тебе. 136, 157.
36-657. Ну, около данжа, данж я вижу, вот прямо я вот. Получается, если смотреть на данж, как бы со стороны нашего дома, то я по понял. Правую руку. Это не близко, потому что я уже убежал. Ну ладно. Все, бегу к тебе. Я просто нашел тут нормальную тему, как раз ночь там пережидаем, потом поднимаемся и валим. Отвечаю, клево будет. Ну, у нас не хватит времени. Ну ладно, тогда по времени спустимся там, потом на следующей серии выйдем, и сразу будет ночь опять. Будет ровно. Видишь меня, нет? Я хочу поесть. Ты все время голоден. Блин, не специально. Персонаж такой. Я взял варвара, надо было брать лучника. Мага надо было брать, мага. Мага-мага? Магомед, что ли? Да. Магомеда вот, надо вот, было брать. Вот, стой. Сюда, консумир. Сейчас, потерял уже теперь. Тихо. Стой. Да как же так? Помогу тебе поискать. Какие там называл координаты? 136, 157? Ну да. Вот здесь что? Нет, здесь что взорвалось. Подожди. Точно я в песках? 100, да, 30. Не в песках, на травке. Ну значит вот там, где я был тоже. А вот, нашел. Здесь это вот. Меня видишь? Нет. Вернись к. Вот у тебя голова, все. Ну, пойдем. Вот это ты имел в виду? Да, вот. А что это? Это ты копнул? Да. Всю ночь копал. Не, это я копал когда-то. Ужасно эту штуку. Ты не помнишь? Помню, конечно. Я просто не помнил, где это было. Мы здесь с тобой поднимались, когда, помнишь, пещеры ходили, потом поднялись, и оказалось, что около дома поднялись, недалеко. Да. Ну я там, помню, в воду мы поднялись еще. Ну да, в общем, сколько у нас по времени осталось? Все, уже заканчиваем или еще есть немножко? Это две еще есть. Сколько? А это минуты две. А, ровно. Это вообще шляп. Я добуду угля. Ты уголь что ли добываешь? Ты да, где вообще? Уголь добываю, да я там остался наверху. Вот он. И уголь добываешь. Да. Пойдем здесь шахта есть. А здесь темно, тут мы не были. И там алмазы. Шахта, пещера. Я там вижу уже алмазы. Где? В шахте? Нет, в другой стороне, не там, куда ты пошел. Тут шахта у меня. Я понял. Путенская такая. Ну, ладно, жди меня, тогда подожди. Надо вдвоем тут ходить, потому что часто криперы взрывают все подряд. И что? Мне страшно. И что? Значит, что? Иди сюда. О, я нашел сокровищницу с пауками, с паунером. Подожди, сейчас мы покачаемся. Не выноси только. Ну, само собой не буду. Случаем. Все, ровно, сокровищница. Правда, сундуком только одним. И убогим. А что там было? Какая баба есть там? Пшеница, седло и железо немножко. Да это вообще нам все это не нужно. Давай вставим факела недалеко отсюда. Да ладно, бабы бери что-то. Да нафиг нам они нужны. Вот здесь ставим факела. Дай подожди, воду закрою, не могу с водой дурацкой. Да не надо, иди сюда, не закрывай. Да иди сюда, давай. Пусть они спавнятся, да, отходи. Я мне просто бесит, она ее закрою все равно. Закрой тогда там проход заодно еще. Зачем? Ну, чтобы они туда не ходили. Не хочу. Все, я вообще спалю его. Куда на тебя нападу. Но он далеко видят. О, да. Может, там, кстати, зомби где-то ходят. Может, там спавнился он. Слева. Блин, ну вот ты мне его оставил. Конечно. А как ты хотел? Душеньку скелет. О, крипер. Да давай там пойдем сундуки, обратно. Сундуки я вижу где-то. Да? Ну как же так ты проходишь мимо сундуков? Золото, хлеб, железо, свиная тыква и что-то еще. Свиная тыква? Свиная тыква, да. Маленькая такая. Ровно. О, крипер. О, сейчас взорвется. Вот и зомби. Ну так просто. Сзади я такой высовываюсь. Неожиданно так. Hello. Картошка выпала. О, золото. Пойдем обратно, короче, к спаунеру. Пойдем, надо покачаться на спаунере. Зачем нам ночь, если мы можем качнуться? Единственное, эндермана, конечно. Мы не найдем. Ты же не видел там спаунера эндерманов. Слушай, еще крипер появился. Может, у спаунера крипер где-то есть? Сверху прыгнул. Да не факт, что. Ну я тебе говорю, реально, он просто так прыгнул. Да это чтоб тебе. А, скелет. Зачарован луком.
хедшот. Ну что ты там? Тебе не страшно там ходить? Пойдем обратно. Страшно очень. Накачаем уровни хотя бы. А вот сюда вниз. Да, вот сюда. Получище, блин, ненавижу пауков. Я сюда... Да, самый унылый спаунер — это спаунер пауков. Это ломай, точно. Пойдем. Кстати, появился простой паук. Не зеленый. А это простые, да? Простые спаунятся, да? Там ты прикол. Что, в принципе, никчемный спаунер получается. Вообще капец. За них вообще мало опыта дают. Ну чё, заспаунится, нет кто-нибудь? Да, видимо, нет. Во-во-во. Блин, да вообще капец. Один паук. Да ни о чем, пойдем вон домой. Ну, в смысле, давай заканчивать. Ну, в смысле, давай заканчивать. Ладно, поставим здесь факела все-таки. Распалнят. Ну что ж, друзья, большое, огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам упоротый. Понравилось. Серия была упоротая, да, мы упоротые. А, все как всегда. Вот. Не забывайте подписаться на наши каналы. Развлекательные, игровые здесь.